Тут можно прям даже белое оставить, ладно? Ага, и желтого побольше. Используйте максимально вот краски. Ильсеяр Гайнудинова внимательна каждому ученику. Она учитель рисования, профессиональный художник. На фестивале делится знаниями по живописи со всеми желающими, в том числе и с новичками. Да, без опыта, да, и для детей, и для взрослых. Без опыта в рисовании. Угу. Все, побегу, а то мне нужно показывать. Ее ученики сегодня пишут одуванчики. Андрей Москвичев пробует рисовать впервые. Интересно. Интересно пробовать все новое. На соседнем мастер-классе рисуют ночной город. Зоя Петрова, образцовая бабушка, вместе с внуками проводит свободное время. Привела их и на уроки рисования. Сегодня были парки, в зоопарке были. Потом шли по улице Ленина, прочитали объявления, узнали обо всем. Вот, задержались здесь. В сквере проходила и выставка нефтяного института. Показывали устройство для 3D-сканирования и тренажер «Умный дом». А студент второго курса Арслан Булатов рассказывает посетителям о горных минералах из геологического музея института. Например, аметисты с Парагвая, Уругвая разных размеров. То же самое малахиты отполированные, красивые. Посетить мастер-класс и выставку можно будет в течение 4 дней до 11 июля. Гостей ждут в сквере огни. Рената Саидгараева, Ильнур Залятов, новости Юго-Востока.